За кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. А вы за кого почитаете меня? Ты Христос, Сын Бога Живого. Блажен ты, Симон Сынеонин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.